Приветствую зрителей моего канала, приветствую друзья. Сегодня в этом видео мы нарисуем с вами два скетча. Ну, вообще, порисуем скетчи, да. Две девушки с помощью линера. Вот я делаю разметочку, это высота головы. Потом прикидаю приблизительно еще две головы. Но почему-то так получилось. Не почему-то, а потому что там со шляпой, поэтому немного большего размера у нас голова будет. Вот у нас, значит... Так, сейчас, извиняюсь, не видно. Вот у нас шляпа, мы рисуем. И сейчас я поправлю вот камеру. И сейчас дальше продолжаем рисовать шляпу. То есть, как можно рисовать такие быстрые зарисовки, скетчи. Может быть, мы на улице с блокнотом кого-то рисуем, да, кто-то там сидит. Может быть, это в помещении. И такие быстрые зарисовки делаем. Не боимся ошибаться. Ничего страшного, бумага у нас недорогая, да, какой-то блокнотик с тоненькой бумагой. У меня бумага для принтеров, значит, и вот я постепенно рисую, стараюсь так уверенно рисовать штрих, не боясь. Ну, понятно, что здесь нужна практика, и вы должны хорошо видеть ту линию, которую будете рисовать, да. То есть вы видите уверенно, делаем штрих. Вот сейчас, значит, рука, на которую опирается модель, вот так, и несколько штрихов, какие-то там, может быть, складки, вот предплечье, и постепенно мы таким образом рисуем. Ну, не нужно два раза проводить одну и ту же линию, стараемся проводить одну линию. Вот второе плечо, вот у нас типа такая кофточка, да, или это блузочка. Вот у нас здесь поясок. Дальше рисуем постепенно одежду, да, какие-то складочки там. То есть не бойтесь так рисовать, рисуйте, перерисовывайте с чего-то, с фотографий, с живой натуры, где-то на улице, но сейчас уже холодно, если это лето, если, скажем, в кафе кого-то рисуете. Вот, фотографий в интернете много, срисовывайте. Пытайтесь рисовать без построения, просто быстрые зарисовки. Таким образом, вы будете учиться видеть общие большие формы и будете их рисовать. Просто ни о чем не думая, срисовывая то, что вы видите. И у вас в голове будут как бы откладываться даже пропорции, даже определенные части тела. Даже таким образом вы будете изучать в какой-то мере, степени анатомию, да? Понятно, что так не изучает анатомию, но все же вот такие быстрые зарисовки, если будете делать регулярно, все же, вот, ну, я как бы по себе сужу, откладывается определенная информация о частях тела, о теле в целом, значит, анатомия, пропорции и так далее. Кроме того, мы не будем бояться рисовать человека. Берем, рисуем человека и все, берем, рисуем то, что видим, срисовываем, не боимся того, что нас там осудят. Вот, срисовываем, нужно рисовать из головы. Как я говорил не раз, что для того, чтобы что-то взять из головы, нужно в голову положить. И вот хорошо, когда мы делаем много зарисовок. Благодаря этому откладываем информацию в голову. Вот на чем-то она там сидит, эта дамочка наша в шляпе. И вот мы за несколько там минут, буквально там 3-4 минуты, мы уже нарисовали такой скетч. Вот, и дальше даже не дорисовываю вот это. Ну, может быть, там какие-то складочки. Понятно, да? Вот у нас готовый скетч. Может быть, еще одну дамочку нарисуем, какую-то девушку. Может быть. Так, камеру. Сделали камеру, как нам. Ну, чтобы вторая девушка поместилась у нас, да? Вот. Так, то же самое. Ну, сначала такими точечками там, значит, отмечаем голову, отмечаем высоту тела. Она у нас будет сидеть. Ну, где-то приблизительно. Ну, может быть, три головы еще добавим, да? Одна голова плюс три головы.
Четыре головы у нас вместе с головой, да? Четыре головы. Вот мы рисуем голову сначала. Мы отметили как бы высоту тела, она у нас будет сидеть. Ну и вот рисуем голову, рисуем волосы. Дальше там ухо или может быть нос нарисуем. Постепенно, таким образом, такими штрихами, уверенными, не мазюкаем там несколько раз. Вот такие губки, может быть, вырисовали вот так. Дальше нос. То есть здесь рисунок небольшой, и мы не можем там более детально там вырисовать глаза, например, или нос. То есть вот такие общие как бы штрихи. Вот у нас ухо тоже, вот пятнышко в середине уха. Ну и все, и больше не трогаем это ухо. Дальше, значит, шея там и ключицы. Одна ключица. Вот, показали мышцу шеи, там вторая ключица. Ну и дальше продолжаем рисовать уже. Вот у нас волосы так на плече, да, изгибаются. Вот несколько штрихов ровных волос. Так, и постепенно рисуем. Важно рисовать такие скетчи для того, чтобы и учиться рисовать, не бояться рисовать. Если рисуем людей, то речь идет об анатомии. Даже таким образом можно изучать. Это все у нас в мозгу пишется, и мы запоминаем, даже если этого не хотим. Если мы перерисовываем, если у нас получается так неплохо, может быть, сначала в пропорциях проблемы будут, но ничего. Таким образом анатомия изучается. Когда мы срисовываем, изучаем натуру. Даже вот в данном случае нога вот эта, да, ну, мы видим ее так как бы в перспективе, да. То есть бедро у нас немножко сокращено, потому что мы как бы на него смотрим немножко, если это цилиндр, да, представим, как бы с торца, да. А вот дальше другая часть ноги и ступня плюс, да, у нас, ну, голень и ступня немножко длиннее. Так, вот у нас вторая нога более изогнута в колене, да, поэтому вот таким образом она может выглядеть. Вот таким образом. И вторая ступня. Пальчик большой. То есть она как бы изогнута и ближе к телу, ближе к тазу. А вот у нас, значит, верх одежды. Короткий рукавчик, складочки. Рука, ну, это грудь нарисовал только что. И вот здесь тоже, значит, вот эта рука. Рука. Далее здесь складочки. Тоже у нас. Таким образом, да, идут складки. Ну и дальше, может быть, какие-то детали нашей одежды. То есть видим всего там каких-то 9-10 минут, и у нас получается такой рисунок. То есть немного тратим времени и учимся. Но не бояться рисовать, то есть быстрые зарисовки, можем коряво нарисовать. У меня много корявых рисунков было, пока я научился рисовать более-менее. Поэтому вы тоже не бойтесь рисовать корявые рисунки на дешевой бумаге, вот как этот скетч, да? Какая-то шариковая ручка, какой-то линер, какая-то, ну не знаю, здесь там шортики у нас будут. Ну, то есть, чем хотите, рисуйте, что недорогое, да, может быть, просто карандаш обыкновенный, и делайте быстрые зарисовки. Ну, может быть, на каком-то там, не знаю, подоконнике она сидит. Вот стена, дальше угол стены, как бы. Вот, ну, в принципе, можно было бы еще, наверное, сейчас какие-то детали, но и
Может быть, давайте нарисуем в цвете. Я буду использовать маркеры. Ну, если у вас есть маркеры, используйте тоже маркеры. Что для этого нужно? Для этого нужно просто подбирать цвет. Но то же самое, если цветные карандаши, не знаю, фломастеры. Ну, фломастерами трудновато, наверное, будет. Вот у нас, значит, сейчас поправлю камеру и маркерами, например, кожа, да? Какой-то светло-розовый или телесный такой цвет. Вот 20-28, да? И тоже такими быстрыми, уверенными, не мазюкать на одном месте. Вот, да, вот видите, как бы два таких прохода, ну, два штриха, что ли. Вот, быстренько раз-раз и вниз пошли. Ну, оно так немножко страшненько сначала выглядит, потому что мокрая, как бы влажная бумага, сейчас она подсохнет и кожа будет более красивой. Вот, то есть уверенно, быстро маркерами рисуем. Это у нас не карандаш, которым мы ну, как бы можем тереть на одном месте, да, рисовать. Вот тоже здесь быстро так раз, мазок, второй. Так уверенно, не боясь. Ну, понятно, что можно, конечно, и нечаянно ошибки там делать и так далее, но ничего страшного. Сейчас смотрите, темные такие, да, получились как бы темные, кажется, оттенки, но все равно оно сейчас подсохнет. И будет светлый оттеночек. Вот мы видим, что вот на левой, слева вот на модели уже ноги подсохли, уже более-менее красиво смотрятся, и там даже блики есть. Блики. То есть для более широких, вот как здесь, да, вот нога, да, участков берем широкий кончик нашего маркера, а для мелких деталей используем этот маленький наконечник, да, с другой стороны. Тоже сейчас это все подсохнет и будем дальше рисовать. Вот у нас волос, какой-нибудь коричневый цвет. То есть сами думайте, смотрите, что у вас в наборе там есть и уже используйте тот цвет, который вам нравится, который вот волосы можно либо светлые какие-то, блондинку сделать, либо каштановые, либо черные, да, там какие-то блики оставляем. То есть как хотите. Вот, пускай подсыхает. И что? Вот здесь более темные тона возле самого лица по контуру, чтобы контраст был. Далее что мы делаем? Далее, может быть, шляпу тоже вот этим же цветом, вот эту полосочку, да, как называется. Не знаю. Ну и сама шляпа, да. Тоже уверенные такие штрихи. Так. Ну, короче, шляпу зарисовал, тоже немножко не видно вам, да? Вот шляпу зарисовал, поля шляпы. Дальше, может быть, вот эти ножки. Тоже смотрим, какой кончик широкий, либо тонкий использовать, это уже зависит от величины той области, которую зарисован. Взял цвет вот такой и вот, значит, шортики джинсовые, да, у девушки. Дальше зеленый цвет, шортики зеленые у этой модели. То есть видите, небольшая область, поэтому тоненьким вот этим наконечником, да. Если область, по которой рисуем, более широкая, более большая, да, то мы рисуем широким широкой стороны. Вот сейчас, ну, тут можно немножко разогнаться, да, тут есть где рисовать немножко. Этот маркер засох немножко, да, они подсыхают, поэтому, ну, наверное, сейчас возьмем другой маркер. Ну, может быть, тоже таких желтоватых оттенков, раз уже мы желтым начали рисовать. Немножко такой более оливковый цвет. Вот, зелено-оливковый. И тоже вот таким образом. Вот, ничего так получается, да.
какой-то объем даже сделали. Так, ну вот, вот эта футболка может быть такая у нас будет. Хотя и белая могла была быть, но какая-то темно-оранжевая. Может быть, этот цвет не очень, не очень. Так, вот, снизу так как бы затемнено немножко, где у нас низ груди. Ну вот я немножко на тело как бы залез, беру опять тот же цвет телесный, да, и или может быть чуть-чуть темнее этого цвета, если есть, и делаю как бы тени на теле девушки, тени. Вот, и более насыщенный тон будет этого цвета. Но мои маркеры на этой бумаге сначала такой мокрый темный оттенок дает, тон вернее, да, и потом чуть-чуть подсыхает и становится более светлыми. Так, тоже здесь, видите, уверенно такие мазки сделал широким наконечником. И уже сразу объем видно. Здесь тень падающая, может быть. Так, здесь таким образом, более такими легкими штрихами. Ну вот падающие тени еще немножко добавим, чтобы темнее было, да? Ну и вот наши девушки уже готовы. За каких-то там 17 минут мы нарисовали вот такие скетчи быстрые. Ну это уже детали какие-то там. В принципе, рисунки уже закончены, но может быть еще что-то там. Не нужно перегружать рисунки, скетчи. Этого достаточно, но все же я немножко еще там уточняю, что-то хочу более объемный, глубокий какой-то там сделать тон. Так, контрастные тона такие вот получаются. И, значит, блики, да, на ногах красиво смотрятся. Если вам понравилось рисовать вместе со мной или смотреть, как я рисую, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, возможно, я даже отвечу вам. Вот. Ну и рисуйте. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Beep.